Новости. С улиц Москвы исчезнут нелегальные парковщики. С 1 января стоянка автомобиля будет оплачиваться с помощью специального паркомата, который будет работать исключительно по безналичному расчету. Парковщик подходит к вам к этим специальным устройствам. Вы покупаете предварительно карточку. Приезжаете и эту карту прислоняете к этому паркомату, паркометру хочется его назвать, и вроде как вы оплатили парковку. Тариф остается тот же, то есть это внутри Садового кольца 40 рублей, а от Садового до Третьего это 30 рублей и за Третьим 25 рублей. Мнение аналитиков. Нелегальные парковки – серьезная проблема в столице. Из-за них бюджет города ежегодно недополучает по независимым оценкам до 1 миллиарда рублей. С помощью паркоматов московское правительство надеется решить эту проблему. Однако, по мнению специалистов, единственная проблема, которая будет решена – это проблема денежных поступлений в бюджет города. Водителю же, возможно, придется не только оплачивать парковку с помощью карты, но и по-прежнему платить наличными парковщику. Человек может подойти, и вы заплатите и по карточке эти 40 рублей, и сверху дадите ему деньги, которые он у нас требует и сейчас. Если вы не платите эти деньги, есть большой шанс обнаружить свою машину с какими-то повреждениями. Это никто не хочет делать, поэтому проще заплатить. Ссылка. Кроме того, с введением паркомата все так же нерешенной остается проблема нехватки парковочных мест в городе. От государственных парковок городских 125 штук в Москве, примерно на более чем 4000 машиномест. Соответственно, паркоматов, там на них покупается где-то 300 штук. За 4 года правительство Москвы надеется расширить до 40 с лишним тысяч машиномест. Но в Москве сейчас уже более 3 миллионов автомобилей, и каждый год их число увеличивается еще на 150 тысяч.